Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел в режиме видеоконференции заседание оперативного штаба в Краснодарском крае. В ходе совещания были обсуждены вопросы о мерах по обеспечению правопорядка, антитеррористической и пожарной безопасности на территории Краснодарского края в период подготовки и проведения новогодних, рождественских праздников и зимнего курортного сезона текущего и 2020 годов. Также были обсуждены меры по противодействию незаконной миграции на территории Краснодарского края. По итогам проведенного совещания губернатор края дал поручение соответствующим службам выработать алгоритм взаимодействия.